Когда в Fallout 4 набредаешь на оружие, сделанное, что называется, из говна и палок, то впечатления всегда остаются двоякими. С одной стороны, конечно, радуешься, что люди не совсем опустили руки после Великой войны, и что эти самые руки у них все еще произрастают из нужного места, что позволило им наклепать себе средства самообороны и убийства. С другой стороны, поднимаются два знакомых вопроса. Во-первых, как вы вообще это сделали? И во-вторых, ебанет... не должно. И если с огнестрельным самодельным оружием все складывается более-менее терпимо и хорошо, то с энергетическим оружием все становится значительно интереснее, веселее и травмоопаснее. Хрен его знает, как им пользовалась армия США до Великой войны Fallout 4. Да, я в курсе за легкий вес, нулевую отдачу и легкость в использовании. Но блин, оно и в лучшее время при точной заводской сборке по чертежам рисковало отправить своего пользователя на тот свет. А тут мы говорим за самоделки. В качестве модификаций на самодельное энергетическое оружие Fallout 4 нас ни хрена не балует. Может, оно и к лучшему. Но одну такую кустарную шайтан-машину не грех упомянуть в сегодняшнем выпуске мод-обзора. Здорово, хулиганы! С вами снова Iron Друг, и сегодня мы смотрим, обозреваем и пробуем на вкус и аромат такую модификацию, как The Charger Pistol, a Gauss-based weapon platform, от автора GMOI6. Погнали! Данная модификация добавляет в Fallout 4 самодельный револьвер Гаусса, он же многомодульный электромагнитный пистолет, он же Charger. В начале своего жизненного пути самодельный револьвер Гаусса немного похож на увеличенную трещотку из людей в черном, но даже в своем первозданном виде этим пистолетом при должных навыках вы сможете раздавать по щам всем вашим врагам, как людям, так и нелюдям. Урон этого оружия составляет 96 кинетического и 10 радиационного. Эта пушка, как и стандартная винтовка Гаусс, работает на 2-миллиметровых электромагнитных картриджах. Анимация перезарядки этого оружие почему-то напомнило мне анимацию перезарядки другой пушки из другой игры. По принципу действия это оружие работает как и карабин Теслы с заряжающимся ресивером. Зажали кнопочку мышки, зарядили атаку и выпустили всю электромагнитную мощь вашего оружия в ваших врагов. Что касается модификаций, то у этого оружия вы сможете модифицировать такие части, как барабан с амуницией, а именно его емкость и принцип перезарядки. У каждой версии будет своя кастомная анимация, что весьма неплохо выглядит. Ствол, при изменении которого полностью меняется принцип действия этого оружия, превращая его как в полуавтомат, так и в дробовик, огнемет и ракетницу. Рукоятку для общего удобства использования. Одна из таких рукоятей сможет напрямую увеличить ваш общий урон, жертвуя точностью. Катушки, качество которых тоже будет влиять на ваш общий урон. Прицел, изменение которого само себе объясняет. Дальность, точность, фокусировка, нужное подчеркнуть. Дульную насадку. Обязательно оцените самопальный штык из припаянных ножниц и глушитель из банки из-под масла. Также вы сможете приколхозить к вашей пушке дополнительную рукоять для удобства использования, меткости и уменьшения отдачи. Мне одному кажется, что до модификации это оружие похоже на шуруповерт, а после на перфоратор. На выходе урон от вашего оружия со всеми апгрейдами будет составлять приблизительно до 1000 кинетического и 42 радиационного. Как-то так.
Эту пушку в игре вы не встретите вплоть до 32 уровня, когда она начнет появляться в уровневых списках некоторых стрелков и агентов подземки. Еще вы сможете найти уникальный вариант этого оружия, но для этого вам нужно будет долбиться в десны с братством стали, чтобы получить доступ к подвалу дозорного участка Прескотт по их квесту. Еще забавы ради автор добавил в свою модификацию гаусс-гранаты. Если не обращать внимания на внешний вид и позднее появление в игре, эта модификация довольно годная и может быть вами использована как дальнобойное оружие, так и как обычное, как в ВАЦ, так и в обычном режиме. В принципе, в ванильной винтовке гаусса у вас отпадет всякая надобность. Жаль, что некоторые запчасти этой пушки нельзя менять на ходу, как в том же Скорн, но в целом, опять же, оружие весьма достойное, многофункциональное и годное в использовании. Русская версия этого мода, слава яйцам, уже присутствует на Нексусе. Так что качайте, не пожалеете. И на этом все, хулиганы, с вами был Iron Druk, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жуйте жвачку, любите игры и до скорого.